Какой у него фокус? Автоматически. Нет, так минимальное расстояние, с которого снимает. А может даже как вот микроскоп, знаешь, так вот, жука подложишь, вот так и это можешь снимать. Что, даже микроскоп можно? Вот нам надо было ящерицу сфотографировать. Как сфотографировать? Ну как, он снять ее, ящерицу. То есть он действительно даже жука, он там жук такой был на объективе. И прямо он почти на стекле, он прямо лежит на стекле и выглядит. И ящерицу можно было вот это. Но это мы еще компенсируем. Ну ладно, я пойду посмотрю картошку. Дима! Дим! Покажи оружие, какое у нас есть. Во. Мы сейчас приедем, посмотрим, какое у нас оружие. И вообще, как проходили съемки. Ты улыбнись так немножко. Ну, привет всем. Мои дети. Ну что, флешку дать? Давай, дать, да? Давай, соберем, сколько соберем. Динка снимет публику. Ну пойдем. А это значит есть прям сразу. Да. Снимет такая вкусная. Ну ладно, ладно. Ладно, ребята. Мы как артисты. Альфонсо. Все время так скомно. Ну правильно, так самые кадры получаются, когда не позируешь. Да, Дим? А там уже, знаешь, уже курицы научились гулять. И всю траву уже съели там. Представляешь? Они уже освоились. Это? Ну они уже спать, наверное, пошли. А может и еще вышли гулять. Дождь пошел, и они спрятались. Они не любят холодный дождик. Понимаешь? А одна выскочила. Ну, я не знаю, пойдем проверим. Решили, что завтра поедет, а я пойду насчет лошади.
нашла. Нашла. Как ты думаешь, баба, которая 2 плюс 2, 3 считает, это как ее, заняла, получила и отдала в долг. И молчит. Ты ее потолкла с сахаром, и ты что? Что она? Половину зеленая? Ну все равно, что ей будет? Она даже варить не получила. Понимаешь, она чем больше сидит, тем меньше будет. Так. Мару, ты потом... А, у нас одно... Твое оружие. Получить, получится фильм. Наверное, кинокомедия. А здесь совсем. Или трагедия. Нет, кинокомедия. Они принесся не смеяться. Ты рот закрой, ты уже и так кашляешь. Что-то ты Лёру ещё не пострелял даже. А кого пиздец? Ну вот, можно по курице. Ну, по курице не надо вообще-то. Ты лучше по ястребу. Ястреб есть? А ты вот эту прыгаешь, которая рисовала? Да, да, пока вот сейчас пошли. Ну, заряжать умеешь? Я не купил. Фанил ещё потерпел. И салют давай. Нет. Ага, тут... Все комары на лапу. А комары это наши противники. Фая, она куда зайдет? Она ходит домой. Ну покажи нам курицу. Они уже домой уходят, видишь? А у тебя так голова так и мокрая. Не знаю. Этот, как его? Ну, этот, футболист. Выиграли. Да? Угу. А этот... Румыны? Румыны выиграли у этого. У англичан. У англичан, да, я видел. Вчера смотрел, собственно, сам. 1-0. Молдаван забил какой-то. Какие дела? Я не буду. Ну, я уже вижу, уже не хочется идти спать. Ну, пора уже. Уже темнеет, уже пора. Ну, ж научились они заходить, выходить научились. Сначала ты помнишь, мы их выбрасывали оттуда. Иди гуляйте.
теперь они сами научились и сами уже уходят, приходят. Вообще-то уже прохладно, конечно. Похоже, что опять дождик будет. Оружие. Ну ты это самое. Когда снимаешь, кстати, ты знаешь, что тут светится, видно, что работает камера. Да. Это для кого? Для вас. Наверное. Ну вот, видишь красу? Лоскар. Эти близкие съемки, они будут, лицо у тебя будет как на шарике от елочной игрушки, знаешь, такое? Да. Да. Да нет, кстати, хорошо все будет. Ага. Ну, вот когда это, снимают видеоклипы так в камеру. И пиво не купили, ни водки, ни вина. Теперь что делать? Так поздно. Папа, я половину футболки выиграл, знаешь об этом? А что поздно-то? Выпил, поужинал. А Максим, знаешь, что там? Я в жаркую погоду, вот, много вагонов было этих бутылок. Я тоже этими пробками занялся, вошел азарт. В общем, они делают одну половинку, а вторую не делают. Я нашел... Естественно. Вот, в чем смысл-то. Да. Семь задних колес от велосипеда. Ну. А переднего нету. Ну где же передний? Они их не делают. Правильно. Почему? Так в этом делают? В этом вот там делают, например, одна только штука. Да, в этом рекламная кампания. Все получают заднее колесо. А кто-то одно только переднее. То есть, да. Например, там 10 человек, как выиграешь, одно как переднее. Выиграешь, да, там, или там 100 одно человек. Там на 100, на 1000 человек, или там на, я не знаю, на сколько, на 10 тысяч человек, одно переднее. И то это, в общем-то, не очевидно, что оно вообще есть. То есть оно может быть есть, но оно организовано, не просто, то есть это, может, покажут тебе шоу по телевизору. И фанту тоже не дают, не меняют на пробки. Может, где-то 1-2 там. Там, Макдональдс, типа такого, может, там, ну, поменяется. Да, 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 то есть, да, ну, да, и да. То, а это. Где-то в Палаке на тебя посмотрят, скажут, ты что, больной? А мы вот, мы, когда, мы в воскресенье, когда ездили на карьер, мы это самое, он фанту, я ему купил, и да, там да, этот, ну, выиграл.
потом, в принципе, можно ведь склеивать, насколько я понимаю, да? Из разных кассет. Не просто так вот долго, потому что долго потом тяжело смотреть. Да, вот сними вот нас, кота, пошли дальше, там и тебе еще сюжет покажу. Кстати, смотри, какая температура. Проветривал, когда жарко было. Он агрессивный? Как будто ты едешь. Вот. И так прямо это. Как не хочешь? Ну я тут рядом. Руль-то крути. Руль крути. И он тут дверь закрыл, кстати, тоже. Ну тут ребята какую-то. А, ну да. Ну это ребята играли, было жарко, потом они уехали. Я бог так съел. О, привет. Вставай по мне. До Павловской слободы довезешь? Ты промазал. А я буду сюда стрелять. Да, здесь было весной заметно. Походу. Что, стрели? Может купим, Макс? Даже и покупать не надо. Открываем. А, открой. Мама, тебе трава мокрая. Надо было наше логово снять. Ноги будут мокрые. Слышь, пап, может сходим в наше логово? Ты что? Тут кто-нибудь сыр. Конечно, там сыр, темно уже. Давай, иди ко мне. А, и давай окно, это дверь, окно закроем. А ты помнишь, у нас тут не помнишь? Мы с тобой ремонтировали. Чего я не помню? Что-то ремонтировали для ног. Видишь, такая же немечка. Папа, читал? А на что, ты? Ну это специально так, как наш автомобиль, да, это... Ау! Да! Мама зовет, поехали. Пожалуйста, не бегай. Сидеть, не бегай.
Ты говори слова как тебе, что ты? Где наша мама? Приехали, попили, поели. Поедем обратно. Клубнику собрали. Счастливо!